Трагедия произошла поздно вечером. Роженицу привезли в областной перинатальный центр из города Кентау. Ребенок родился под утро, женщина успела его покормить. В обед ей неожиданно стало плохо, и через некоторое время она умерла. 26-летняя жительница Кентау в областном перинатальном центре умерла в пятницу вечером. Врачам еще предстоит выяснить причину ее смерти. Но в департаменте по контролю медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения от комментариев пока отказываются. Комментировать ситуацию отказалась и главный врач центра. Говорит, что расследование еще не закончено. Сейчас в перинатальном центре работает специальная комиссия с Министерства здравоохранения. Именно она должна поставить точку в этом деле и выяснить, кто виноват. Пока еще ничего не известно, даже протокола вскрытия нет, гистологии нет. История в прокуратуре лежит. Я что могу сказать? По словам врачей, новорожденная девочка родилась без патологии. Ее уже забрал отец. В Южном Казахстане с начала года уже потеряли 13 молодых мам. К слову, столько же мам умерли в регионе за весь 2011 год.